Общественная палата Севастополя подписала соглашение с политическими партиями, общественными организациями и профсоюзами города об общественном наблюдении на предстоящих выборах президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта, а также на сентябрьских выборах в законодательное собрание города третьего созыва. Напомним, в точке кипения на набережной Корнилова недавно завершился процесс обучения наблюдателей работе на избирательных участках. Свои знания они подтвердили на тестировании. В ходе проведения семинаров мы подготовили порядка 600 наблюдателей, которые примут активное участие по наблюдению за выборами. Вот. И сейчас мы подписываем соглашение, что выборы прошли прозрачно, транспарентно и организованно. Чтобы ни у кого не было сомнений в каких-то моментах по нарушению. Нарушения, если будут, они будут фиксироваться, естественно. Для этого мы и готовили наблюдателей. Проследить за ходом голосования пожелали севастопольцы самых разных возрастов. Заместитель председателя общественной палаты города Наталья Кирюхина отметила, что в этот раз инициативу проявила молодежь. Также за честностью президентских выборов проследят местные депутаты и общественники. Многие из них приняли для себя решение просто знать, как это работает, потому что никогда не было такого опыта. Очень у многих даже не было опыта избирательного. Ну, то есть они по 17 лет только исполнилось, для них первый опыт голосования будет. И еще по всему они захотели и приняли решение стать наблюдателями. Это очень важный момент. И мы относились к этому очень трепетно, потому что хотелось рассказать так, чтобы это было именно детально понятно. Всего для выборов президента России в Севастополе откроются 187 избирательных участков. Отдать свой голос можно будет и дистанционно. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг до 11 марта.